Друзья, добрый день. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? Поставьте, пожалуйста, десяточку, если слышно хорошо. Хорошо видно, слайды видны, да? Большое спасибо, я уже вижу. Спасибо. Сегодня наша школа, наш университет «Красота и здоровье» посвящена, я считаю, замечательной теме. Секреты стройности системы Zenbody. Вы знаете, эта тема, даже если вас лично не интересует, у вас прекрасная фигура и замечательное здоровье, наверняка она может заинтересовать ваших окружающих. Что может быть сегодня более важной благотворительности, чтобы делиться знаниями, чтобы делиться информацией, за которую порой люди платят годами, деньгами, здоровьем, а порой и жизнью. Вы знаете, очень много сегодня компаний, исчисляются десятками тысяч компаний, которых очень привлекает тема похудения, потому что ожирение сегодня та проблема, которая очень серьезно вредит человечеству, и это фактически эпидемия. И поэтому секрет комфортного похудения, секрет системы для того, чтобы получить устойчивый результат, чтобы вернуть здоровье прежде всего, мы уже просто не говорим об эстетике. Всегда приятно смотреть на красивое лицо, на красивую фигуру. Всегда приятно смотреть на человека, который чувствует себя в хорошем настроении. Этот человек продуктивен, этот человек несет людям радость и свет. Правда же? Когда мы себя не любим, когда мы собой не удовлетворены, о каких достижениях и успехах, о каких изменениях мира мы можем говорить? Ведь правда? И сегодня не случайно мне поручили провести этот университет, потому что я с огромным опытом в этой области. Я перепробовала огромное количество систем, где-то достигала результата, где-то теряла, вес набирался. Было очень большое разочарование и не хватало силы воли. И когда я познакомилась с системой Zenbody и начала ее изучать, я была просто потрясена. Вы знаете, настолько уникальная система, что я не могу не сказать отдельно слова благодарности собственникам компании, высшему руководству компании за то, что самое ценное в этой компании всегда стоят люди. И вот эта забота, вкладывание огромных ресурсов в разработки новейших разработок, производство новейших продуктов, которые позволяют нашу жизнь сделать, ну, в этот сложный мир, сделать более легкой, достигнуть больших результатов, ну, и полюбить себя родных больше. Так вот, сегодня мы будем говорить об этой замечательной системе Zenbody. Я не представилась, меня зовут Марина Чернышова, я с удовольствием сотрудничаю с компанией Janes, я живу в городе Днепропетровске и передаю всем привет, и я очень рада видеть всех гостей, партнеров с разных регионов страны и за пределами. Так вот, система Zenbody, которая была представлена доктором Винсентом Джинпапа. Кто не знает этого изумительного доктора, это авторитет в мире здоровья. В 2014 году он был номинирован на Нобелевскую премию за свои достижения в области здоровья. И эта система, он ее представил 2 года назад. Так вот, Винсент Джинпапа дал короткую характеристику этой системе. Это не что иное, как безопасное похудение. Как же приятно иметь упругое тело, изящную фигуру, красивую осанку. Но как достичь, когда уже где-то потеряно здоровье, набраны лишние килограммы? И что же такого изумительного, чем же таким эта система отличается от всех других, которых мы знали раньше?
Сегодня система, как я сказала, тучности ожирения очень большая проблема, которая ведет к различным заболеваниям. Это не просто эстетическая проблема. Это проблема, которая может привести и к сахарному диабету, и к онкологии, и ко многим другим заболеваниям. Так вот, как же помочь человеку начать получать результаты? Как же начать человеку возвращать свое здоровье? Давайте посмотрим на состав нашего тела. И наше тело состоит очень коротко из воды, примерно на 60-70%, мышц и костной ткани на 20-30%, и жировой прослойки, в зависимости от того, какое строение у человека. Очень важный момент и очень важное открытие при подготовке системы ZenBody доктор Винсент Джимбапа разработал именно систему из трех продуктов, которые позволяют сбрасывать не только вес, сбрасывать объемы, не теряя, а даже наращивая, помогая наращивать мышечную массу. И чем же таким интересным, что из себя представляет каждый продукт? Вот обратите внимание, продукты, вот на картинке представлены картинки, это всего лишь система из трех продуктов. ZenFit, ZenShape и ZenPro. И сейчас я немного остановлюсь на каждом продукте и хочу вам поделиться и своими ощущениями, которые я получила, потребляя этот продукт, и рассказать те тонкости и нюансы, поскольку в нашей замечательной презентации в 40 минут уложить всю информацию, которая бы помогла осознать, не только узнать, но и осознать важность и важность тех процессов, которые начинают происходить в организме, как только человек начинает худеть, когда начинает бороться с лишним весом. Ну, первое. Мы же знаем, что человеческий организм – это самовосстанавливающаяся гармоничная система, которой нужно только слегка помочь. Организм настолько благодарен, что сразу же включается в работу. Нам нужно поменять свой образ жизни и питания, буквально начиная первых 30-60, ну и дойти до 90 дней. Если мы 90 дней проживем в новой системе координат, то практически мы поменяем свою жизнь. Но проблема заключается в том, что когда человек начинает худеть, что происходит? Оказывается, есть такой гормон радости, серотонин, который до 90% производится в нашем желудке. И когда у нас сегодня темп жизни настолько сложный, что мы бежим на работу, занимаемся домашними делами, хотим еще какое-то получить образование, то есть у нас радость-то мы получаем в основном от чего? Остается только желудок, ну еще кто может себе позволить радость от сексуальных отношений, правильно? И поэтому, когда мы начинаем себя ограничивать, а как правило, здоровая пища, еще организм не привык к новым вкусам, у нас портится настроение. И когда днем это хорошо поддерживать, правда, а вечером, когда, казалось бы, ты хорошо прожил день, ты ограничивал себя там целый день, и вдруг появляется, вечером невозможно справиться с искушениями, чтобы не подойти к холодильнику. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь кто-то из вас, присутствующих на нашей конференции, испытывал подобные чувства? Напишите, пожалуйста, поставьте пятерочку. Я буду видеть, что вы со мной, что вы меня хорошо слышите. Спасибо. Я вижу, что мы с вами на связи. Большое спасибо. Так вот, смотрите, в чем уникальность, просто гениальность этой замечательной системы. Гениальность ее заключается в том, что три продукта, которые работают очень системно, которые взаимно дополняют методом синергизма и позволяют достичь такого замечательного результата и получить красоту своего тела. Что может быть прекраснее, когда человек получает свой собственный результат, когда он выходит победителем в борьбе прежде всего с самим собой. Эта замечательная система ему так легко помогает. Вы знаете,
Все больше и больше людей получают результаты с этой замечательной системы, и я не исключение. Чем больше я узнаю эти продукты, тем я не перестаю, все больше не перестаю восторгаться. И вот смотрите, давайте разберем эту систему вот по продуктам. Вы видите замечательный продукт ZenFit. Это продукт изумительный. Вот такой стикер, я хочу немножко показать на камеру, да, вот такой стикер, который в одной порции, я в конце обязательно расскажу нюансы использования, тонкости, предупреждения, чтобы не нарушить, чтобы получить замечательные результаты, если вас эта система заинтересует. Так вот в этом стикере в одной порции находится все 8 незаменимых аминокислот, которые нам необходимы, оказывается, для построения нашей мышечной массы. И когда мы принимаем этот замечательный продукт, мы восполняем те травмы, трещинки в мышцах, которые иногда мы при похудении усердствуем, начинаем заниматься, идем в зал и где-то нарушаем нашу мышечную ткань. Да? И самое главное, нам же нужно жировые отложения заменить мышечной массой. А людям до 40 худеть и поправляться достаточно может быть легко, а вот те, кто уже вошел в пору зрелую, пору красоты, как я ее называю, тем, кому за 50, конечно, уже даже и худеть страшно, потому что наша система работает очень эффективно. И когда теряются объемы, теряются размеры, очень страшно, чтобы не обвис тугор кожи, чтобы возвращала, чтобы чувствовать себя легко, потому что должно быть гармонично и сбалансировано, правда? Так вот, этот замечательный продукт ZenFit, этот прекрасный вкусный напиток, у нас их всего два вкуса, это фруктовый пунш и арбуз, разводится в 300 миллиграмм, можно в пол-литра воды, так рекомендует компания, выпивается за полчаса до тренировки, выпивается он либо за полчаса до еды и обязательно выпивается вместе с Zen Shape. Это второй продукт компании, к нему я вернусь немножко позже. Так вот, что делает ZenFit? Он наращивает просто нашу массу, он контролирует наш аппетит, он помогает нам восстанавливать мышечную массу, а когда мышечная масса у нас в норме, это способствует здоровью и долголетию. Второй продукт компании ZenShape – это уникальный продукт, который уже доказано, ингредиенты, которые входят в этот продукт, способствуют потере лишнего жира и приводят наши гормоны в равновесие. Помогают сжигать жир, ускоряют процессы пищеварения и улучшают обменные процессы. Контролируют, кроме всего, уровень сахара в крови до нормы и регулируют уровень холестерина до нормы. И вот, если мы применяем две капсулы ZenShape и запиваем ZenFit, понимаете, что происходит в организме? И обязательно это нужно сделать за полчаса, а лучше за час перед едой. Тогда у нас начинает восстанавливаться работа наших гормонов, нашего гормона, вырабатывается гормон и восстановление этого гормона лептина, который регулирует процесс насыщения. Вы знаете, в нашем организме существует какая проблема, какой замкнутый круг. Когда мы набрали веса больше, чем положено, да, а так организм наш устроен, если вдаваться глубоко, собственно говоря, для чего организм откладывает лишние запасы, это все лежит, уходит далеко в древность, это тема такого большого разговора. И в свое время, когда мы, у нас был баланс энергии, потребления энергии и расхода энергии, тогда можно было процесс калорийности потребления продуктов не регулировать. Но как только мы набрали лишний вес, в жировой ткани начинают вырабатываться продукты, которые начинают мешать вырабатывать наш гормон насыщения, лептин. Вот почему проблема. Иногда бывает, я думаю, что тоже, наверное, с этим сталкивались, иногда бывает, вроде бы и желудок растянут, и живот полный, а нету ощущения насыщения. Правда ведь? Поставьте двоечку, пожалуйста, у кого такой процесс был когда-либо. Была ли такая ситуация у вас?
Спасибо большое. И вот смотрите, когда мы чуть-чуть помогаем организму, чуть-чуть прикладываем силы воли, берем замечательный вкусный напиток, выпиваем две капсулки, мы помогаем своему собственному организму восстанавливать свою систему и вырабатывать гормон лептин. Понимаете, что происходит? Мы еще ничего с вами не сделали, мы не добавили физических нагрузок, мы еще даже не отрегулировали свои вкусовые качества, а мы уже начинаем восстановительную систему. Так вот, самый большой секрет этой замечательной системы, что она не регулирует на время, она решает, идет вглубь проблемы и решает эту проблему изначально, то есть помогает человеку меняться изнутри, не только внешне. И вот когда мы пропили, выпили Zen Shape, Zen Fit, Zen Shape еще дополнительно, что я могу сказать еще о Zen Shape? Zen Shape еще и помогает контролировать голод, он помогает нам контролировать аппетит и помогает нам не набрасываться на еду, когда мы пропустили какое-то количество времени. Хочу подсказать сразу из своего опыта, конечно же, нельзя пропускать перерывы между приемами пищи людям, которые хотят восстановить свою красивую фигуру, больше чем 3,5-4 часа. Это очень важно, потому что тогда организм начинает активно отдавать то, что мы все процессы обмена начинают работать в норме. Как только чуть больше происходит времени, чем 4 часа, и мы не получаем пищу, организм, естественно, помня с незапамятных времен о том, что голод это приводит к смерти, начинает останавливать процессы. Поэтому, как только мы принимаем пищу больше, чем 4 часа, первое, что насыщается и начинают расти в объеме, наши жировые клетки. А жировые клетки, вы знаете, могут увеличиваться в 50 раз. Вот почему жир накапливается очень легко, а мышечная ткань очень сложно. И еще очень важный момент, который я хотела бы обратить ваше внимание на то, что почему очень важно придерживаться системы и восстанавливать нашу мышечную ткань. Дело в том, что, может быть, вам уже это известно, но я повторюсь, когда мы худеем, нужно помнить о том, что в первую очередь мы сбрасываем воду, но воду мы можем восстановить, мы можем поддерживать свой водный баланс. Да? Второе, конечно же, уходит и расходуется наша мышечная ткань. Но мышечная ткань формировалась годами с самого нашего рождения. И этот процесс длительный, он связан с, конечно же, формируется довольно длительно, это происходит не за один день. А вот когда организм недополучает строительный материал, то мышечная ткань сразу же расходуется, и только потом расходуется жировая. А вот когда мы систему бросаем, и где-то мы перестаем следить за своим питанием, за своим энергобалансом, за физическими упражнениями, где-то у нас происходит сбой, где-то мы теряем систему сна качественного, здорового, в котором происходят процессы метаболизма, и восстанавливается организм к новому дню, и выводятся токсины, шлаки и так далее. Тогда, когда произошел сбой, в первую очередь наращивается жировая ткань, и только потом, с большим трудом, наращивается мышечная. Я на этом месте хотела бы остановиться и подсказать. Вы знаете, вот я сталкивалась с ситуацией, когда, как правило, толстяки, которые хотят похудеть, они худеют, ну, если берут в руки, да, себя в руки, начинают регулировать, то они добиваются результата, пусть временно, пусть не системно. А вот люди, которые с пониженным весом,
они очень тяжело набирают мышечную, набирают массу тела, набирают жировую мышечную массу. Вот подсказка для всех, и для вас, и для ваших замечательных близких, родственников, что с нашей замечательной системой Zen Body можно прекрасно нарастить мышечную массу и помочь своему организму быть красивым и быть в форме, потому что, видите, аминокислоты, высококачественный белок, о котором я сейчас расскажу, Zen Pro, они эту мышечную массу помогают восстанавливать комфортно и делать, превращать тело в красоту. Следующий продукт Zen Pro. Это замечательный продукт, который фактически это протеиновый коктейль. Протеиновых коктейлей мы знаем немало в других компаниях, но этот протеиновый коктейль, который, собственно говоря, с легко усвояемыми белками из молочной сыворотки, гороха, коричневого риса и клетчатки, плюс еще содержит более 10 миллиардов пробиотиков. Понимаете, это уже не просто протеиновый коктейль. Это коктейль, который восстанавливает работу всего желудочно-кишечного тракта, помогает процессам метаболизма в организме, который не только наращивает мышечную массу, но еще и дает возможность нам продвигать все, что нам нужно вывести из организма, замечательно и комфортно. Кроме того, не могу не сказать, скажите, пожалуйста, партнеры, вы, кто употреблял уже эту систему, получаете ли вы удовольствие от того, что вы употребляете? Коктейль просто необыкновенно вкусный. Вот многие, напишите, пожалуйста, поставьте единичку, потребляли кто из партнеров продукты, нравится ли вам эта система, хочется ли ее употреблять или нужно себя заставлять. Ведь это очень немаловажный процесс, когда мы начинаем худеть. Да, действительно, вот пишут ребята, Яночка, это очень вкусно, результативно. Это действительно так. Потому что, понимаете, как я уже сказала, когда мы начинаем худеть, начинаем приводить себя в порядок, ведь это для организма стресс, правда? И стресс, что мы делаем со стрессом, как правило? Мы его заедаем. Вот я, когда готовилась к нашей школе, к нашему университету, я смотрела очень много отзывов о нашей продукции, я смотрела рекомендации по применению. И вы знаете, что я обнаружила? Там иногда рекомендуют в наш коктейль что-то добавить, например, фрукту какую-то. Я не представляю. Вот я сложно мне, если раньше я любила коктейли разных компаний, например, там шоколадный в основном предпочитала вкус, то сегодня наш замечательный ванильный вкус, это продукт просто необыкновенный. Он вкусен просто даже на воде. Вот опять же, отличительная черта наших протеиновых коктейлей от других компаний, что не нужно придумывать кефир, молоко, просто на воде разбавляешь. Компания нам еще присылает великолепные шейкеры, где прекрасно это все разбавляется. Это замечательно. А если еще насытить кислородом, сделать такой приятный коктейль, это просто сказка. Это просто удовольствие. Что? Какая тонкость в потреблении нашей замечательной системы? Ну, конечно, Zen Pro, о котором я сейчас вот рассказываю, не могу не сказать о том, что... Ребята, спасибо. Вот вы уже, я как раз хотела вас попросить, чтобы вы поделились своими результатами, кто принимал и уже получил результаты. Вот хотелось бы увидеть и ваши результаты, и своими поделиться. Спасибо вам большое. Так вот, когда мы употребляем Zen Pro, во-первых, самое большое количество результатов, и чем делятся люди, с удивлением обнаруживают, хотя компания, производители продукции рекомендуют нам хотя бы получасовую физическую нагрузку в день обязательно применять. Но это вообще-то нужно для здоровья, независимо от того, худеем мы, поддерживаем себя, или вот замечательные результаты уже у нас пошли. Худеем, поддерживаем или поправляемся. Нам обязательно нужна физическая нагрузка для того, чтобы поддерживать наш костный каркас, мышечный каркас, для того, чтобы мы были легкими, продуктивными, чтобы прекрасно работала сердечно-сосудистая система, чтобы у нас иммунитет в организме поддерживался. И мы просто дарили радость себе и окружающим, правда?
Так вот, Zen Pro, почему нужно обязательно включать дополнительно? Когда у нас освобождаются от ее объемы от жировой ткани, нужно восполнять мышечные ткани. Мы сейчас не говорим о мускулах, которые накачиваются в залах. Понимаете? Мы сейчас говорим о той мышечной ткани, которая подтягивает и делает наш каркас физического тела красивым и привлекательным. Вы знаете, когда мне поручили, предложили провести университет, я с удовольствием начала изучать эту тему и принимать этот продукт. Что меня удивило? Мне начали говорить, что я похудела. По весам я вроде бы не худела. Оказывается, начали уходить объемы. В первую очередь объемы. Когда я сделала замеры и стала на весы, вот результат за 10 дней, последних 10 дней. У меня результат минус 2,5 килограмма и минус 10 сантиметров в объеме на талии. Ребята, ну это за 10 дней, я даже сама, честно говоря, очень сильно удивилась. Я, конечно же, с удовольствием буду пользоваться этой системой и дальше. И хочу вам прочитать еще, вот вы видите результаты, которые нам бросили, да, в чат. Вот, я хочу просто, вот Наталья Малынова, в течение месяца применяла Zen и протеин, мне стали говорить, что я, наверное, занимаюсь бодибилдингом. Да, действительно, применяя нашу замечательную систему, у нас появляются... Так хорошо укрепляются мышцы, и многие люди делятся тем, что выглядеть они становятся лучше, чем даже в молодости. Результат моего партнера за 30 дней, вес был до применения 105, а после 93 килограмма. За первые 7 дней объем уменьшился на 5 сантиметров, за 30 дней 8 сантиметров. Пришлось полностью сменить гардероб на 3 размера, с 58 на 52, стал чувствовать себя легко. Ушло, чат летит, сейчас вернусь. Угу. Так, себя легко, ушло постоянное чувство голода, перестало хотеться поесть, стал кушать меньше порций и быстрее насыщаться. Муж употреблял всю линейку 2 раза в неделю и бассейн. Результат не заставил себя ждать. За месяц по талии ушло 5 сантиметров и минус 4 килограмма веса. Мой личный результат по Zen Body за 2 недели минус 3 сантиметра в талии, минус 4,5 сантиметра в бедрах. При минимуме физической нагрузки тело теперь в таком тонусе, кубики на животе видно даже без напряжения. Игорь, Zen Body мне помог убрать лишние объемы не только в талии, общее состояние на хорошем уровне, нахожусь в тонусе. Игорь, ты действительно замечательно выглядишь просто. И знаете, что еще хочу сказать? Вот смотрите, теперь подведем такой небольшой итог по поводу применения системы. Когда мы употребляем строительный материал для мышц, да? Мы контролируем аппетит, мы начинаем регулировать гормон лептин, который контролирует процесс насыщения. И мы дополнительно получаем вкусный продукт Zen Pro, да? И мы начинаем контролировать себя. А как следствие, что мы получаем? Мы начинаем получать результат. Нам не хочется бежать к холодильнику. Вот компания рекомендует Zen Pro начинать день, утро. Вот поделюсь, чем, например, начинаю я. Я с удовольствием употребляю и получаю шикарный результат на нашем замечательной витаминной добавке MPM. Утром я выпиваю, естественно, воду. Очень рекомендую выпивать утром, с утра, тем, кому нужно сбросить вес. Вот такой есть маленький секрет. 460 миллиграмм, то есть 2 полных стакана обязательно теплой воды. Выпивайте их не залпом, а где-то один стакан, потом с перерывом второй стакан. И именно такой полугорячей воды. Очень включается организм очищения. Это первое. Потом принимаете витамины. Потом делаете физическую нагрузочку. Да? И после физической нагрузочки можно выпить Zen Shape, запить его зенфитом, либо перед физической нагрузочкой, да, и позавтракать. Вот наша компания рекомендует, вот я впервые, честно говоря, вот в нашей компании вычитала, обычно коктейлями рекомендовали в разных компаниях заменять ужин. Но почему-то после этого вкусного, хорошего коктейля все равно хочется подъесть. А здесь компания наша рекомендует начать день
ZenPro. И тогда, когда мы с утра получаем весь строительный материал, все микроэлементы, еще мы добавили витамины, у нас хорошее настроение, у нас хорошая работоспособность. Когда мы правильно пообедали, и тогда у нас на ужин нет такого волчьего аппетита, и процесс начинает похудение превращаться в эксперимент. Я с удовольствием вас приглашаю провести такой эксперимент над собой. Понимаете, я все подвергаю сомнению. Призываю и вас подвергать сомнению. Почему? Потому что, что бы кто ни рассказывал, у кого какие бы ни были результаты, мы сами экспериментаторы своей жизни, мы сами строители своей жизни, и мы можем только на себе это попробовать. Вы знаете, хочу сейчас поставить вам ролик, который еще поможет вам понять, как работает система ZenBody. Пожалуйста, на экран. Я поняла, что ролик не увидели, да? Напишите, пожалуйста, что-то произошло с роликом, да? У меня ролик... Ага, понятно. Ребята, вот мне подсказывают, что, наверное, зависит от скорости интернета. Вот у многих завис ролик. Очень жаль. Зависал. Давайте еще раз попробуем. Напишите, пожалуйста, если только завис ролик, я тогда перейду. Последние научные исследования открыли секрет неконтролируемого набора вирусов. Веса и ожирения. Неконтролируемого набора вирусов. Я прошу тогда меня простить, не могу понять, что происходит, у кого-то есть ролик, у кого-то нет, тогда мы пойдем дальше работать. То есть смысл, хочу подытожить, смысл нашей системы в том, что она дает замечательный результат и поддерживает вот три продукта, о которых мы говорили, ZenShape. Есть экстракты африканского манго, зеленый чай, и кетон малины. Я не хотела бы на этом именно подробно останавливаться, потому что у нас есть замечательная платформа Олимп, наши партнеры все знают. У нас есть замечательная школа доктора Амзалака, которые очень подробно расскажут о каждом продукте, природу работы этого продукта, как это все замечательно работает. Я бы хотела больше поговорить именно
и обратить ваше внимание на результаты. Вот есть некоторые результаты еще, наши партнеры поделились результатами. Действительно, люди, самые главные результаты, которым делятся все, кто пользовались системой, в частности, я в том числе, это подтверждаю, что удивительно, система работает даже без зала. Понимаете, замечательно, когда можно позволить себе регулярный зал. Но, к сожалению, иногда наша загрузка, наша работа, командировки, в конце концов, просто не разрешают на какой-то период жизни или приходится пропускать тренировки или физические нагрузки, то эта система работает и без физических нагрузок. Вот смотрите, хочу обратить внимание, система замечательно работает и на женщинах, и на мужчинах. И знаете, что самое замечательное? То, что когда мы начинаем получать даже самые маленькие результаты, мы начинаем прежде всего, знаете что? Мы начинаем верить в себя. Ведь организм – это фактически глина. Мы правда, мы можем сделать все, что угодно. Нам нужно немножко усилия воли, немножко любви к себе, принять себя таким и поверить, что все возможно в нашей жизни, особенно с нашими замечательными продуктами, с нашей замечательной компанией. Я вот, когда готовила эту школу, я посмотрела результаты, и вот я знаю историю вот этой женщины, Виктории, которая получила замечательный результат, это очень больная женщина, и она не может себе позволить физических нагрузок. Уникальные результаты, а самое главное, она была очень больным человеком, она абсолютно вернулась к полноценной жизни. Разве это не счастье вообще получить такой замечательный продукт, легко, комфортно, вернуть себе красоту и самое главное, желание жить, понимаете? Теперь хочу вам в заключение рассказать о тех маленьких тонкостях и о тех секретах, которые нужно применять для максимального достижения результата с нашим продуктом. В первую очередь, что рекомендуется? Рекомендуется абсолютно исключить алкоголь, рекомендуется абсолютно исключить белые хлеба, белые макароны, мучные изделия, сладкие, сладости. Нужно, почему исключить алкоголь? Не потому, что он просто затормозит, собственно говоря, результат всей работы. Поэтому нужно сделать выбор для себя, какую цель мы поставили. И цель наша должна быть такая, чтобы она вошла в наше подсознание, чтобы мы четко понимали, что мы на самом деле хотим сделать. Но я вам хочу сказать еще такой пример. Вы знаете, даже когда просто, между прочим, принимаешь этот продукт, как делала я, вот я не ставила такой целью, потому что до конца не разобравшись о том, что я не потеряю свой тугор кожи, я боялась, я знала, что продукт замечательно работает, я боялась, был у меня такой страх активно к нему приступать, чтобы, знаете, не потерять вот... Сегодня уже выбираешь в возрасте за 50 либо красота, либо фигура, либо лицо и все остальное прочее. Теперь я абсолютно спокойна, разобравшись в тонкостях и деталях, как работают наши продукты. Мне просто нравится заниматься собой, получать удовольствие от жизни. Какие еще рекомендации? Вот рекомендация, я уже сказала, чтобы ZenPro принимать с утра, это очень интересная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, вы дома, вы все, что нужное, вам приняли. Вы взяли с собой на обед то, что вы посчитаете нужным, да? И вы отрегулировали свой баланс в течение дня, свое настроение. И обязательно хочу еще вам подсказать такой момент. Получайте удовольствие от гибкости своего тела. Вот жизни, вот у меня, например, жизни с компанией Жанель только начинается, поверьте. Жизнь прекрасна и удивительна. Всеми своими сложностями, всеми своими опытом. Мы ведь сюда пришли получать опыт. Мы пришли сюда жизнь улучшать. Ведь правда? Кто со мной согласен? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Подскажите, пожалуйста, своим близким, родным. Много сегодня продуктов на рынке. Люди много выбрасывают денег, очередной раз разочаровываются, набирают вес. И спасибо, спасибо. И понимаете, вот этот бесценный наш опыт, именно наши знания, понимание продукта может в конце концов кому-то просто спасти жизнь. Правда, ребята? Поэтому на сегодняшний день все, что я хотела вам подсказать, с чем я хотела поделиться –
я, в принципе, поделилась. Я, конечно же, приглашаю всех вас попробовать наш продукт, тот, кто еще не пробовал. Порекомендовать этот продукт тому, кого вы любите, кому вы желаете добра и счастья. И, конечно же, я всем желаю успехов. Я приглашаю всех, кто еще не партнер компании, присоединиться к нам. Потому что компания Жанет – это удивительная компания. Я такой компании просто не встречала, чтобы никто не напрягал, никто никуда не звал, а просто рассказывал и предлагал. И предлагал идти вместе, улучшать свою жизнь, свое финансовое благополучие. Будьте все здоровы и счастливы. И я рада буду вас видеть у нас на коммерческих предложениях, в наших университетах здоровья. Всего вам доброго, всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы, красивы и счастливы.